12 мая – Международный день медицинской сестры. В связи с этим сегодня в Жамбылском высшем медицинском колледже прошел день открытых дверей. Был организован открытый воспитательный час со студентами на тему «Сестринское дело. Ответственная специальность». Подробнее в предстоящем видео. Главной целью мероприятия является повышение профессиональной квалификации и статуса профессии медицинской сестры. На праздничное мероприятие были специально приглашены ветераны-медсестры, которые прослужили долгие годы и внесли свой немалый вклад в это благородное дело. Сегодня в Жамбылском высшем медицинском колледже мы проводим праздничные мероприятия, посвященные Международному дню медицинской сестры. На это мероприятие мы пригласили ветеранов этого колледжа и решили поздравить многодетных медицинских сестер, нуждающихся в социальном обслуживании нашей области. В результате акции «Жақсылық», организованной председателем общественного объединения медицинских сестер нашей области Сарыбековой Жамилёй Нургалиевной. В целом, целью данного мероприятия является проявление уважения к сестринскому делу и демонстрацию того, насколько важна эта деятельность в сфере здравоохранения. В свою очередь, директор Жамбылского высшего медицинского колледжа и председатель ООО «Профессиональная объединение специалист сестринского отдела Жамбылской области» Жамиля Сарбекова вручила ветеранам ценные подарки. Сегодня во Всемирный день медицинской сестры великой Флоренс Найтингейл нас, как ветеранов Жамбылского медицинского высшего медицинского колледжа, пригласили в наш замечательный колледж. Я уже несколько лет нахожусь на пенсии, но нас не забывают как ветеранов и постоянно приглашают на все такие открытые мероприятия. В сегодняшний день хочется пожелать всем медицинским сестрам удачи, успехов. Без медицинской сестры, конечно, никакого ухода такого должного не может быть. Даже самый хороший врач без медицинской сестры не получит больной достаточного хорошего лечения. Поэтому всех медицинских сестер в этот замечательный день поздравляю с этим замечательным праздником, Всемирный день медицинской сестры. Всем желаю успехов в труде. Молодежи желаю хорошо учиться в нашем колледже. Наш колледж процветает. В завершение праздничного мероприятия в рамках недели сестринского дела «Мейрим де Мейргер» в результате акции «Жақсылық жолы» директором колледжа были вручены корзины для нуждающихся медицинских сестер. Тимирлан Исраилов, Аслан Кожахметов, Азамат Бискенов, 77 News.